друзья, находимся в ночном Амстердаме. Едем сейчас с Кареном в сторону центра, самого центра, я так понимаю, да, едем? Да, мы едем, вот там туннель под водой, соединяет центр с севером. Север Амстердама – это остров. То есть этот туннель соединяет с островом, да? Да, идет? Остров, север. Амстердам вообще делится на 7 округов. Центр, юг, запад, восток, юго-восток, еще там 2-3. Есть какие-то различия между ними? Там люди такие живут, такие или... Да, есть. Вообще слоится общество. На юге живут богатые, на севере... Ну, не очень такая, ну, как, там на севере тоже есть богатые, которые живут, ну, есть нормально хорошие дома. Но это место, то есть не нидерландцы, да, сами или кто? Или слушай, все? Смешано очень. Все, да. Ну, в основном на севере живут иностранцы, а в других районах более смешано. Тут на юге живет много голландцев. Они сами вообще как, вот по этим, вот я смотрю вчера, вот весь центр, это туристы, правильно, которые приезжают на куриться, так же получается, по большому счету? На куриться, посмотреть. Да-да, посмотреть, да. Сами голландцы, они как по этой теме? Они курят это? Ну да, конечно. Курят. Но не так, да? Или наоборот, нормально это? Слушай, это индивидуальная штука, я не знаю. А, не знаю, по-своему. По-своему. Да, трудно сказать, какой процент населения сколько курит. Я видел и тех, не знаю, кто больше. Просто хочу узнать, они вообще когда как они бы нормально живут, относятся живут. К этому. Да, живут и курят, да. Да, то голландцы, есть... У меня есть друзья голландцы, которые курят постоянно, каждый день. Да, как обычное, в общем, как сигарету, то есть просто так. Не, не как сигарету, как план. Не, ну, днем они трезвые, на работу ходят, вечером вот приходят, вот. Да, с работы, там, пару затяжек сделают, или может косяк целый выпить. Есть кто постоянно курит. Это мэрия города. Мэрия. Да. Вот рядом с мэрией театр балета и оперы. Это река Амстер. Река? Что, да, Амстердам была основана вот здесь, где-то на реке Амстер. Амстер, да? Амстель. Амстель. Как пиво. Ну, точно. Это Амстель пиво с этого названия идет, да? Вообще голландское вот это пиво. Это очень знаменитый мост, он входит в десятку мостов исторических, называется Худой мост. Узенький, длинный. Чисто пешеходный, да? Да, да, сейчас пешеходный, раньше машины ездили. Вот, утро. Открой окошко, чтобы камера лучше работала. Такси вообще дорогое у них? Да, дорогое. Ну, относительно. Вот я был в Каннах, там вообще сумасшедшие цены. Здесь тоже не дешево, дорого. От центра до Юрки где-то 30 евро. Нормально, да. Плохо. Здесь за этими зданиями площадь Рембрандта, вот у нас через Рембрандта, да? Площадь Рембрандта, да, молодежь, такой бар, кафе. Это гостиница Европа. Сейчас Монетная площадь, мы находимся на Монетной площади. Вот это монетная башня, кажется, да, вот это? Нет, это башня, нет? Их штуки 3 или 4 по всему городу, и каждая из них имеет название. Я сейчас тебе даже скажу, это, по-моему, Западная башня, там Северная башня, их 4, Западная, Северная, Южная. Это археологический музей.
У них эти гондолы, как в Венеции, есть? Нет, нет, нет. Mm. Вот, метро строят. Видишь, только строят. Да. Строить вообще есть метро или это как бы первый есть? Да, это дополнительная ветка. Угу. Не знаешь, сколько проезд стоит? Проезд 2.70. 2.70. Смотри, дорого. Получается 2.70. Так, друзья, пока прибыли. Смотрите Анзор ТВ, двигаемся в Голливуд, солнечную Калифорнию.